плохие герои. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Сказал, камеру вырубай. Тут съемка видео запрещена, блин. Ребята, всем привет, с вами Оверлорд, и сегодня у нас с вами будет больше информативный обзор, чем наглядный. И конкретно у нас сегодня обзорчик на чашке от Deo Balls. Я просто босс. Итак, ребята, давайте вкратце о самом продукте. Это украинский бренд родом с Киева. У ребят еще идея зародилась до того, как они сделали чашки. Они начали смотреть примерно производство других чашек и входить в эту сферу. Извините, мужики, без обид. Изначально ребята решили создать идеальную чашку для самих себя. То бишь, чтобы чашка радовала вид своим дизайном, а также раскрывала любой табак во время курения. Так ребята изначально создали первую чашку, которая называется Anti-Q, как вот здесь и написано сверху коробки, или же антиквариат, как я это сам называю. Звучит неплохо. Чашки Deo Balls создают художники-керамисты и кальянные мастера для того, чтобы учесть все нюансы других производителей, а также чтобы ихняя чашка была самая топовая на нашем украинском рынке. Там все просто офигительно! В работе производитель использует глину «Моя лика». Она проходит два этапа розжира. Первый – это утильный розжир под температурой 950 градусов, а второй – это финальный политой обжиг, который проходит под температурой 1050 градусов. Также, ребят, в дальнейших планах перейти на полуфарфор, и эта глина типа должна быть лучше. И если она пройдет все вот эти этапы пьяного движения, то есть розжиг под дизайн и всю вот эту работу сможет пройти, то ребята ее в дальнейшем будут использовать. Чашки сами по себе отливаются в гипс-формах. Все чашки делаются вручную, каждая модель делается по-своему. И на каждую чашку нужно свое время, усилия, вложить капельку души, поскольку у разных чаш свой дизайн и своя форма. Пойду подрачу. У ребят на данный момент 6 моделей. Это Pantone, Akan, Darian, Ioniq, Classic и Harmonia. У нас сегодня на данный момент это обычная классическая чашка, которая выполнена в дизайне Афин. И коробка как бы тоже подается в дизайне Афин, и даже она немножко напоминает коробку от Спарты. Нет, это Спарта! И это довольно круто, и сразу за дизайн отдельно плюс. Первая модель, о которой я вам хочу рассказать, это Ioniq. Это классический Ален для комфортного курения, для малой забивки, крепких табаков и просто комфортных посиделок. Данную чашку вы можете забивать как на фольге, так и на колодке. Следующая чашка – это Darian. Классическая турка, в которой ребята поменяли толщину стенок, а также удлинили ножку для хорошего прогрева чашки, а также, чтобы избавить вас от перегрева. И чашка эта больше предназначена для табака с малым количеством сиропа в нем. Следующая чашечка – это Акант. Это хорошая классическая убивашка, глазурированная, 5 дыра для курения хардов, то бишь для танжа, с усилителем крепости, дарксайда, элемента, мастхэва и т.д. и т.п. Следующая чашка – это Пантон. Это классическая турка. Тут даже ничего рассказывать не надо, просто классическая турка. Ребята, и финальная чашка, о которой я хочу поговорить, это как раз которая у нас есть, это Funnel. Выполнена она в форме Афин. Вообще, у ребят тематика – это Афины, Греция, Спарта, все, что в той сфере связано. И я скажу то, что, сами видите, Funnel выполнен в виде колонны. Это прикольно, у них есть в разных расцветках. Обычно для легких покуров, также вы на ней можете покурить комфортное касание, что мы вам сейчас, наверное, и продемонстрируем. Ну что же, ребята, приступим к нашей забивке. Мы будем забивать табак Мальфар со вкусом груши на эту чашку. Будем бить ее воздушно. Самое главное, ребята, что я хочу сказать, то, что розничная цена данных чашек 250 гривен за любую форму и в любом цвете. Расцветок очень большое количество. Также производители делают крутые мундштуки, которые стоят 400. Я вам также оставлю фоточки, они вокруг меня будут. И еще вдобавок оставлю ссылку на своего производителя, смотрите в описании, и я также тут оставлю. На этой чашке, знаешь, честно, очень удобно табак забивать. Я уже сколько на ней курил. Только на нее надо большую колодку типа Хмара. И, ну, знаете, что это за колодка. Потому что мне иногда казалось, что обычно Лотус не сядет. А также, когда ставишь Лотус, немножко стенки и самой чашки выпирают. Ну что, забили мы нашу чашку. Сейчас мы переставим отсюда угли.
дадим ей чуть-чуть прогреться. Ну и подведем итоги. Ебой. Итак, ребята, прилили мы наш кальян. Приваливаем его на 2,25 рублях. У нас хоть там их 4, но там 2,25. Откуда вообще зародилось название Theobald? Theobald — это бог. То бишь, это божественные чашки. Да, я скажу, что это божественные чашки, потому что Греция, Афины, все остальное, боги, Гераклы и там Зевсы, блядь, всякие. Ну, это понятно, короче. По дизайну, как за коробку, так и за чашки разных форм. Фотки я вам уже оставил. Прикольные по дизайну чашки. Цена тоже прикольная. 250 гривен за эту чашку, я готов за нее отдать 250 гривен. По курению комфортно себя классическая показывает. Я не знаю, как другие чашки. Если в дальнейшем производитель откликнется и пришлет мне остальные чашки, то мы отдельно именно уже снимем просто обзор на сами чашки. Это как бы был информативный обзор в плане о самих производителях, о самом названии, как это все начиналось, как они сделали чашки и вообще сколько их в наличии. Поэтому, ребятки, я надеюсь, вам этот обзор понравился. Если вы захотите еще информативный обзор, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!